Так, на форуме. Вот такой сайт был создан ветеранами горячих точек. Назван он Киприян и поддерживается как дар нашему товарищу брату, нашему бате и духовному отцу Киприяну Пересвету, как подспорье в его светлом и воистину благородном деле служения Богу и людям. Он и сейчас постоянно творит спасительные молитвы за мир и любовь, за то, чтобы не гибли люди, за победу добра над злом, за нас с вами, за землю и славу русскую. Как бы тяжело ни было, как бы ни устал, прочитаешь вот такое, чем вот они награждают такими словами, и любую гору свернешь. Я эти буковки перечитываю очень часто, потому что они сразу уже здесь, мои друзья. Вот при этом в сайте есть форум, на котором все силовые ведомства, все рода войск. Это форум ихнего бати. Здесь они встречаются, обмениваются своими нуждами, друг другу помогают, друг друга поддерживают. Пишут стихи, пишут прозу, снимают фотографии, создавая историю не только афганской, а всех горячих точек. А почта очень большая. Чего тут только нет. Переписка. Ищу. Виделись в последний раз в 70-х. Владимир Николаевич Климов. Под 50 лет. Родился в Кировской области. В афганскую компанию. Командир роты, батальона. То есть роты, потом батальона. ВДВ. Десантно-штурмовая бригада. Ну, это в поиск. Ребята ему ответят. Морпехи Урала. Пашенька. Руку потеряла. Сейчас устроил все. Ребенка родил. Вся страна. Это твой, бать, командный пункт? Я говорю, нет, ребят, это мой пункт связи с вами. Пункт связи. И не по проводам. Сердцами, душами. Я был, вот как мне после операции провели, полтора месяца у меня была операция. Операция была скопана... 8, она длилась, потом после нее ее привезли мне домой на этих, на скорой помощи. То я чувствую, как-то мое тело умирает. Душа уходит, как будто я – это не я. Это мое тело рядом со мной. Ты себя со стороны видел, да? А? Нет, я чувствую, вот я уже, мышцы растут, но я чувствую, я слабею. Я уже не могу ни управлять ни своим телом. Как будто моя душа уходит рядом с телом моим, которое рядом со мной лежит. Это вообще, я плакал. Не так страшно было? Ужас. Там тут надо прижить просто. Ты мне не расскажешь.
Я родился и вырос в советский период, и, конечно, естественно, что никто меня специально не готовил. Никакой жизни, ни к советской, ни к духовной. Все шло своим чередом. И вот вы видите историю нашей страны, что мы постепенно приходили к краху всего того, во что нас учили верить. Ложь была буквально на каждом шагу. Мы привыкли, что война, она в кино, что война, она в книгах. И вдруг Афган. Сколько заявлений было написано? Почти все ребята повально писали: «Прошу призвать меня в Афган». Не осознавая еще, что такое война. Мальчишки. И в основном пушечное мясо. И пошла двухсотка в страну. И приказано было еще при ней все забыть. Не обращать на нее внимания. Не было этого. Хоронить тихо-тихо на дальних кладбищах. Это был, наверное, последний рубеж, когда перестал доверять тому, что раньше, в общем-то, было опорой. Земля из-под ног ушла. Ну как же так? Что-то же должно быть. Просто я понял, что я не один. Не рабом, а любимым детям, у любящего отца Господа нашего. Все мы находимся. И я в том числе. И я понял, что нельзя на этом останавливаться. Кому-то горше. Надо служить, жить. Служение Богу через служение людям. Так же, как Господь совершает чудеса через нас, людей. Все, что совершается нами по воле Божьей, это Его чудеса. Вот так родился простой монах русский, киприян. Но началась Чечня. И я, как воин, понимал на примере Афгана, что началась очередная мясорубка, где будут гибнуть дети. Нужен был человек этим необстрелянным ребятам, который бы научил бы их оставаться живыми. Я согласился на священство. И иеромонахом пошел в Чечню. Детей защищать, закрывать собой, обнять их, сказать им доброе слово, поклониться им, передать весточку с дома. Естественно, что все понимают, священник, да, батюшка. А ведь там же все национальности, а там многие вероисповедания. И для всех я был батя. Боевым товарищем для кого-то, для кого-то весточкой с дома, для кого-то батюшкой. И человек, любящий их. Чудеса Господь совершает через нас, людей. Вот икона, простая домовая икона в каждом доме, но грозный. Война, штурм, все горит, люди гибнут. А наши воины, разведчики Софринской бригады, спасают ценой жизни вот эту простую икону домовую. Не из храма там какую-нибудь перезолоченную, простую икону. Вот увидели вот лик Богоматери, а икона такая сложная, несколько Божьих Матерей. Так мы ее и прозвали, Софринская. Софринская Богородица. Передали мне ее. Передал капитан. Борода, его боевая кличка. Нет, Бороды погиб, Борода. Погиб, как многие. И воевала она первую и вторую Чечню. Стала нашей фронтовой иконой. Она всегда со мной, она всегда у меня на груди. Я ее с собой, где бы ни был, вожу, благословляю ей от имени вот
софринских ребят, от имени Бороды, от имени всех тех, кого она спасала и кто молился ей. Вот так вот своими подвигами ребятки сделали ее святыней. И стала она новой святыней. Новейшей святыней нашей, новейшей истории. И сотворим вечную память, вечную память, вечная память, вечная память, духи хвалогих водворятся, и памяти из рода в род. Слава тебе, Господи. Деточки, на целование иконы нашей боевой фронтовой Богородицы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я представляю воинов-десантников, которые охватили практически все горячие точки, начиная с Афгана. Отец Киприан, батя, ныне Исаакий, родной и близкий нам человек. Он всегда был впереди, всегда был на линии огня, всегда был на передовой. Спас немало жизней собственными руками. Вытаскивал останки из боевой техники, останки наших друзей и товарищей. Спасал их документы для того, чтобы в будущем матери могли поклониться своим сыновьям, их могилам, знать, где они захоронены. Его молитва, он сам, это наше знамя. Он всегда с нами, в сердце, и мы готовы с ним поделиться последним. Ну, мы знаем, что батя является родовым казаком, что он был первым, кто осветил казачий круг, что он сделал много для того, чтобы казачество возрождалось. Ну, и он нам очень дорог и очень нужен. Его благословение нам помогает, и не только нам, а всем казакам. В связи с чем, ну, мы от имени казачества хотим наградить его знаком «Казак России». Бать, на торжественных встречах там мы тебя не можем, не бываешь, потому что ты все время занят. Долго мы тебя ловили, как бы говорится, ну, чтобы встретиться, наградить. Значит, в соответствии с приказом командира отряда Московского городского казачьего общества, мы тебя награждаем нагрудным знаком «Казак России». Спаси Христос, детки. О, какой. Как гвардейский. Ну, правильно, так оно и должно быть. Вот. Спаси Христос, детки. Но самая большая награда, ребята, братья-казаки, это вы. Пока вы самое мое большое богатство. Самое большое богатство. Господь, да вы.
мои боевые товарищи. Служите Отечеству, если Бог даст силы. Место в строю оставляйте для старика. Люба? Люба. Спасибо, кланяюсь вам, братья казаки. Сегодня в полдень на Поклонной горе мы встречали войскового священника отца Киприана. Он появился ровно в 12, верхом на верном гранте. Слушай! Дорогие мои, благословляю вас и прошу запомнить, что отныне постоянное место вашей дислокации вот здесь, в сердце вашего батюшки Киприана. И еще один я вам случай хочу рассказать. Вот закончилась первая Чечня. Вот мы прилетели на аэродром. Я их обнял, благословил и дождался, пока они все разъедутся. Потом добрался до дома, вот до этой вот самой кельи. Лег в свою постель монашескую. И я понял, что я умираю. Ну, действительно, человек не может. Столько, сколько вот. Ну. Ведь главное, если бы только физически, то ведь сколько это морально, сколько десятков тысяч тел. Сколько разорванных на части, фрагментально. Все это через тебя, вся боль. Ведь несчастьем ко мне шли, несчастьем. С горем, с бедой, со страхом. А я что, я из того же мяса сделал? Мне тоже страшно, мне тоже... Я умираю. И вдруг звонок просто. Как я до телефона? Что происходит дальше? Чудо происходит. Мне, батюшка Киприяна, я говорю, слушаю вас. Здравствуй, Белый. Вы меня не знаете. Я, говорит, мать одного солдата. Вы его, говорит, вынесли, говорит, раненого. И вот он мне рассказал, говорит, спасибо тебе. Россия мне позвонила, Россия мне силу дала, и я вторую потащу, и сейчас, и еще буду долго-долго, сколько воля Божия. Вот мы, что можем добром, помогая друг другу, когда мы вместе. Вот уже сил вроде бы нет, а мы будем продолжать жизнь, творить это добро, чтобы зла не было. Если бы мы были бы с этой мудростью в начале Чечни, она бы и не началась. Ведь что мешало остановить эту войну? Мешали политики, что у них там свой бизнес на горе, на боли, на смертях. Во время Чеченской войны он был единственным на фронте войсковым священником. Об этом понятии мы, наверное, даже забыли за время правления большевиков. Но такое было. Было до 17-го года в русской царской армии. Итак, отец Киприан. Прозванный в расположении федеральных войск в Чечне Пересветом, стал легендой этой войны. Слово Божие, которое он нес бойцам, было нарасхват. Если в какой-то части он задерживался дольше обычного, командиры других частей нервничали и требовали отдать Киприана товарищам. Он был в плену у боевиков. Он участвовал в операциях, но не как солдат, без оружия. Дудаев объявил его врагом чеченцев, сказав, что он будет обращать их в православие. Но чеченцы называли его своим братом. Для российских же солдат он был отцом. Отцом Киприаном или батькой Киприаном. Вы говорите о том, что вам приходилось быть без каски и без бронежилета. В тех местах, где остальные были в бронежилетах и в касках. Да, конечно, только это не героизм. Вы понимаете, есть такое понятие «вера в Бога». Там все сказано. Я не допущу, чтобы волос упал с вашей головы. Это не назовешь войной. Еще когда мне задали этот вопрос в феврале 95 года, французская телекомпания... Но рядом стояли мои друзья, они спросили, как вот, что вот это за война? Я говорю, это не война. Я не мог врать перед своими товарищами. Я вообще всегда говорю так, как оно есть. Что это не война, а мафиозная разборка на кремлевском уровне. Когда... Наркодоллар. Нарко или нефти? И нефтедоллар. Наркодоллар начался с Афгана, перешел в нефтедоллар в Чечне. Вот. Цена
крови наших ребят, мирного населения, воинов. Чечне не должно было быть, это наш позор. Кроме горя, это наш позор. Ведь что такое счастье мое? Это когда счастье у моего соседа. Достаток на столе у моего соседа – это мой достаток. Мир в Чечне – это мир на каждом нашем порожке, каждого нашего дома. Россия, она великая и многонациональная, и много вероисповедальная. Вот тем она и велика. Чеченский народ многострадальный, и нам всем нужно жить вместе, под одним небом. Слава Богу, в небо колышки не забьешь, не поделишь его на юрисдикции и омофоры. Слава Богу, что там у нас один хозяин, Господь наш. И однажды мы, не борясь, а просто созидая, творя доброе, проснемся в мире, где все светлое. Только надо это делать. Мы слишком отвлекаемся. Мы ищем счастье не там, где оно протянуто нам на руке, а вот в богатстве, во власти. А счастье – быть нужным людям. Попробуйте, и каждый поймет, когда вот вкусит это, что нет ничего слаще быть нужным. Творить добро, как учит Господь. Вот так и будем жить. И дай нам Бог силы и мудрости сделать все возможное, чтобы дети наши больше не гибли. Милые мои, хорошие, славные, знакомые и незнакомые, но все равно родные. Вот этой иконой, при которой я теперь до конца жизни состою, благословляю вас и желаю вам, чтобы кончилось у вас горе. Будьте счастливы. Дай вам Бог того, что вы свято желаете, того, чего вы достойны. Мир домам вашим. Да будет благословение Божие Матушки нашей Богородицы и всех святых со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.